вот улица Пушкинская, вот велосипедист. Вы думаете, что их нет, а они на самом деле есть, и они ездят по центральной аллее среди пешеходов. А вот велодорожка, гляньте. Ну как это может быть? Они, значит, делали там полгода эту велодорожку. А вон второй велосипедист едет по центральной аллее. Специально, чтобы велосипеды и самокаты не мешали пешеходам, чтобы не было столкновений, опасных ситуаций. И они ее не чистят. Вот аллею почистили центральную, там дороги расчистили. Ну тут немножко, ну хотя плохо, а велодорожкой даже не занимались. То есть считается в нас, что велодорожки зимой чистить не надо, никто ими не пользуется, как будто, что они никому не нужны. Вот. И вот только этим и занимаются. Только, ну вот как и сказать. Ну это все показуха, понимаете? В продолжении темы, сегодня уже 28-е. января, я вижу, что снова велодорожкой никто не занимался, никто ее не чистил. Велосипедисты ездят по центральной аллее. В общем, задача развития велодвижения в Ростове-на-Дону не решается. А то, что было сделано, ну это потому, что губернатор сказал принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность там в связи с ДТП с самокатчиками. Вот как, понимаете? То есть, если у нас губернатор ставит задачу там, ну, как бы, что-то сделать, они вот что-то сделали не для нас, не для велосипедистов, не для безопасности дорожного движения, а для того, чтобы просто перед губернатором отчитаться, что вот смотрите, мы делаем велодорожку, смотрите, мы там разделили потоки движения пешеходов и велосипедистов. Вот что можно говорить о том, что кто-то там что-то пообещал, какое-то там кольцо из велодорожек. Вы читали новости. У нас совершенно не понимает глава администрации вот того, что вот людям действительно необходимо. Он говорит, знаете, а по стачке и Шолохова, считаю, велодорожки сделать невозможно. Что ты там считаешь? У тебя готовый проект есть, подписанный, утвержденный, где по стачке и по Шолохова есть велодорожки. Он говорит, а мы сделаем по Сиверса, по набережной, по театральному спуску. Ребята, ну это вообще какой-то цирк, потому что вот это театральный и набережная, это вообще жуткий на самом деле проект. Особенно шестиполосное продление набережной. То есть они хотят продлить эту набережную, чтобы у нас не было зоны отдыха. Шестью полосами. Потом расширить старую набережную тоже до шести полос, наверное. Иначе зачем? То есть получается, что шесть полос упираются в две полосы, да? Вот. И в итоге у нас не будет набережной, у нас не будет зоны отдыха. Зато нам под благовидными предлогами там когда-то в будущем далеко-далеко обещают, может быть, сделать велодорожки. Вот есть готовая велодорожка, они и не занимаются.